Так, по территории Украины это НАТО воюет. Сколько городов уже взяли, не видишь, что ли? Губами взяли. Губами взяли. Я, собственно, видел у Фархада вот эту фразу про губами взяли. Спал на комнате твоей мамы тоже Фархад? Ну да. Его мем, как бы, в чат-рулетке, когда его спрашивают, ты откуда? Он говорит, ты хочешь знать, где я в данный момент нахожусь? И настойчиво перефразирует этот вопрос. Ты хочешь спросить, где я в данный момент нахожусь? И когда ему говорят, да, где ты в данный момент находишься, он говорит, спальная комната твоей мамы. Каждый раз смешно, на самом деле. Ну, мне, по крайней мере.